Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. И сегодня мы будем рассматривать замечательный сайт Traffic Wedges. Функционал кабинета, что здесь, где находится. В прошлом видео по регистрации я уже говорил, что он только что запустился, и пока что не все функции тут работают, не все виды заработка доступны. Но зарабатывать уже кое-что можно. Вот вы видите, у меня накликано там на 7 с чем-то центов. И тем более, один еще важный момент, надо продвигать этот сайт удобными и доступными нам методами. Итак, в верхних вкладках основные те именно переходы, которые нам нужны. Вот. Здесь по заработку. Сейчас их, как видите, всего три вида заработка. И вот здесь пополнение фонда, вывод средств и так далее. И вот нижняя, вот эта вот самая нижняя вкладочка, это промо-материалы, баннеры и ссылки, по которым можно приглашать друзей. Сейчас быстренько пройдемся по левому сайдбару. Тут только одна вкладка, которая не дублируется сверху. Я вам ее покажу. Ну вот это Earn Money, понятно. Заработок денег, он и тут есть. Вот нажимаете здесь, там вываливается остальное и можно смотреть. Покупка пакетов аналогично, она тут есть. Offer Wall еще не работает. Здесь опять же вот создать компанию, просмотреть за своей компанией. Здесь банковские операции, ввод, вывод денег. Здесь список приглашенных, кого вы пригласили, и еще раз промо-материалы. Здесь можно редактировать свой профиль. Здесь апгрейдить аккаунт, который пока что не надо этого делать. Естественно, вообще сюда пока не надо никаких денег заводить. Пусть сайт поработает. Пусть поработает, притрется. И тем более апгрейд, он относится к повышению реферальных начислений и так далее. Это нам не надо. Вот эта вот вкладочка. Вот эта вот вкладочка. Она показывает наши вот логи, да, поступления. В данном случае у меня вот этих бонусных поинтов, которые на этом сайте называются звездами star. И вот список, сколько мне поступило бонусных поинтов, во сколько и когда у них заканчивается срок. И этот списочек будет продолжаться. Кому интересно, может заходить, смотреть, вот сколько поинтов он за день получил. Время сервера вот здесь внизу есть. Так что вы можете сделать определенную корректировку и не запаздывать. Потому что тут время выдается, вот эти вот звезды, на 18 часов. Потому вот сколько я успел за эти два дня понаблюдать. Он еще так не совсем и мне знаком. И каждый раз собирать вот эти звезды. У меня вот сейчас их 255 этих самых звезд. И опять же вот здесь промо-материалы под этой вкладкой. Переход на баннеры и реферальную ссылку. Здесь история выводов. Ну а это выход с аккаунта. С левым сайдбаром все. У нас рабочее место, рабочие позиции. Вот эти две позиции, с которых мы и будем в основном совершать действия на этом сайте. В самом низу сайта, в самом низу, вот такие вот две плитки. Это нам понятно, это наша реферальная ссылка. Вот это. А вот про это я скажу это, что ну хотелось в конце ролика, но сейчас попробую показать. Вот эту ссылку зачастую нам негде рекламировать, точнее нечего рекламировать на других
проектах. За продвижение вот ссылки в таком состоянии, это сами админы сайта продвигают вот такую вот, вот она у меня на EasyHit4U стоит, вот эта ссылка. Сейчас посмотрим, что нам покажется, потому что я сейчас в аккаунте, вполне возможно, тут будет что-то не то. Вот этого не должно быть. Вот этого не должно быть. Или оно и бывает. Я вот говорю, я сейчас в аккаунте. Но это. А вот во фрейме вы видите, этот сайт сами хозяева продвигают. То есть здесь получается как? Сами админы вот того сайта. Получается так, что вы продвигаете одновременно и ихний проект. И вот здесь вверху, если кто-то перейдет, может заинтересовать именно вот этот проект Traffic Wedges, он может перейти на этот сайт и зарегистрироваться, стать вашим рефералом. То есть здесь вы, получается, как бы взаимовыручка. Попробую в конце ролика выйти из аккаунта и посмотрим, также он будет отображаться или как-то по-другому. Итак, закрываем, переходим сюда. Вот это касалось вот этой ссылки. Здесь берем свою реферальную ссылку, приглашаем друзей. Баннеры я уже показал, где брать. Сам процесс заработка на этом сайте, он производится вот таким образом. Здесь эти плитки, вот эти, опять же, реферальная ссылка ваша. Это вывод средств, апгрейд, то есть все здесь повторяется как бы. Вы можете покликать, посмотреть, где вам в итоге будет, с каких вкладок более удобно работать. Ну, работать удобнее отсюда. Платных объявлений, вот это верхнее, платные объявления на просмотр, мне пока не поступало. Вот идут уже вторые сутки, их нету. Звезды мне пришли вчера. То есть как бы получается так, что около суток должно пройти, чтобы ваш аккаунт окончательно как бы верифицировался на сайте, и только после этого вы начинаете получать именно эти звезды. У меня прошло где-то вот столько времени. А вот эти вот cash ads, это, ну, платные объявления, просто объявления, не зависящие от количества звезд, от количества поинтов, потому что после их просмотра поинты не уменьшаются, они остаются, вот эти звезды, вот сколько их было, столько и остаются. Это чистый заработок, то есть это реклама, которую просто разместили, ну, со стороны, скажем так. Возможно, это даже участники проекта, но это не соотносится к вашим баллам. Вот кликаем по ней, попадаем опять же на своеобразную страницу. Вот они, вот это страница этих кэшлинков, ну, денежных ссылок. Они по цене разные, до 1000 доллара есть. Сейчас их здесь нету, но они есть и по 1000. Но чем меньше стоимость, тем меньше время просмотра, там до 5 секунд. Давайте сейчас с вами просмотрим одно объявление. Скажу сразу, что в звездных, вот этих звездных объявлениях картина та же самая, тоже такие же вот плиточки. С единственным дополнением, здесь внизу идет секундомер, таймер отсчета. Сколько осталось до истечения. То есть за это время, за это там порядка 18 или 16 часов, их надо просмотреть, чтобы они у вас не пропали. Сам просмотр везде одинаков. Он делается вот так. Кликаете по клику. Сейчас попадаем вот на такую страницу просмотра. Все это в одном окне. Соседних вкладок ничего не отображается. Это вот рекламируемый
проект, который мы должны пройти, и здесь сразу встает баннер. То есть я сейчас объясняю, что точно таким же образом будут наши сайты отображаться. Здесь будет отображаться баннер на этот сайт. Сюда с помощью вот такого клика вставляется вот это вот сообщение, которое описание к этому сайту захотел поставить рекламодатель. Вот оно встало сюда. Подтверждаем, что мы не робот, капчу решаем с картинками. То есть, ну, AdWords, тот же самый. Цветы. Вот они цветы, вот они цветы. Подтверждаем и кликаем процесс. Пошел секундомер, 30 секунд самый длинный, вот на самое дорогое, там 0,005 доллара. 2 клика 1 цент, 30 секунд таймер. Чем меньше цена, тем короче таймер. Это понятно. С сайта можно уходить. Можно переходить на другой сайт, делать что-то там, накликивать. Можно открыть в маленьком окошке, просто уменьшить окно просмотра вот таким вот образом, да, и следить там за тем таймером. Кому как удобнее. Переходим сюда, видим, что секундомер отщелкал свою, и нажимаем вот на эту красную кнопку. Просмотр засчитан, вот написано, деньги начислены. И нажимаем, кликаем на следующую ссылочку. Сайт не открывается, но сайт не работает. Сам вот этот сайт, на который была дана ссылка, он в ауте, грубо говоря. И вот таким вот образом просматриваем эти наши несколько объявлений. Чем здесь их больше, тем лучше. Аналогичным образом набираем поинты. Так, перейдем в кабинет, просмотрю еще раз быстренько, ничего не забыл, почему я тороплюсь с этим роликом, потому что только выложил регистрацию, уже вот третий партнер появился, надо быстренько сказать, что и как делать. Еще раз вот по этой ссылке, вот ребята, у меня и девчата, отображается 35 визитов на эту ссылку. И вот то же самое у меня вот здесь пишется. Здесь, извиняюсь, здесь в тексте написано, что продвигая нашу ссылочку, вы помогаете нам, и мы поможем вам. Как это будет, что это будет, возможно, при накоплении определенных поинтов нам что-то начислится или в звездах, или не знаю, но вот прямая польза от того, что сейчас еще раз попробуем, я выйду с этого аккаунта и просмотрим, как выглядит вон та ссылка, которую вот эту ссылку я выставил на EasyHit, как говорю. Она как по-другому вообще-то выглядит, не так, как только что мы видели. Давайте я выйду сейчас с аккаунта. Закроем сайт. И сейчас быстренько найдем эту ссылку у меня в сайтах. Мои сайты. Вот она, да, эта ссылка. Вот она, эта ссылка. Она должна выглядеть по-другому, не так, как в начале. Вот видите, как она выглядит. Ну или почти так же, да? Да, ну так же. То есть вот так она показывается тем, кто смотрит на EasyHit. И он или здесь зарегистрируется, или
увидит, что, а что это такое, да, новенькое что-то, и пойдет регистрироваться вот в этот сайт. И таким образом мы можем, если здесь, то это админа, если здесь, то это наш партнер. Принцип понятен. Возможно, они именно это и имели в виду, но тогда там для чего-то идут начисления просмотров. Так что вот эту ссылку у меня, ну, вот конкретно она на EasyHit for You. Если хотите, делайте так же, пусть там капают какие-то баллы. Посмотрим, что с ними станет в итоге. Итак, на этом все пока что про этот сайт. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.